Что, блядь, дорогие друзья, с вами Алексоник и Сосискоед. Ехать ты протараторил, ёпарасоте, ты дядя, и ты мы поиграем, шо? И мы поиграем в игру под названием Brawl Stars. У меня осталось 26 кубков, чтобы апнуть уже себе, наконец-то, как его зовут? База на 600 кубков, поэтому я его на изи апнул вот вообще. О, карта, я думаю, что за карта? А ты кого взял вообще? У тебя же гаджета на ней нет. Это он. Ну гаджета же на него нет. Есть. Нет, а чё, блядь? Смотри, мансую жестко. Короче, мне надо набить ульту, а потом... Ух ты, смотри, вил? Там не... Беспонтовые не могут у нас попасть. Я ну я хотел, чтобы было вас так много. Короче, я не хочу, чтобы было их так много, я убегу. А я тоже убегу, пожалуй, потому что они как-то слишком... Я хочу с какими-нибудь челами затимиться. Пошли тимиться. Но минус 3 косаря. Буду затимиться? То есть ты не боишься. А, ну понятно, а, нажмут. Убегай. Все, меня сейчас брат, бурак убьет. Нам зажали. Что делать? Меня сейчас бурак убьет. Ай, ой. Ай, у меня 500 хп. Так, я выжил. Пошел вон. Я выжил. Я выжил, я, короче, хочу хотя бы четвертым сдохнуть, но не пятым, да? Согласись же. У меня вопрос. Сколько на цыганке? Зачем Хагиваги красит губы? А где ты видел, что он красит губы? Ну и когда будет 4 команды, у меня вопрос. Во! Вот как вспомнишь говно, вот оно. А3 слабо команда, А3 слабо команда. Блин, слушай, а у нас сейчас будут зажимать про Леон. Давай затимся! Тимся! Тимся с ним. Все, найс, мы затимились. Пошли помогать. Надо вот этого мочить. Все, хорошо. Ай-яй-яй! Пожалуйста, не крысь. Надо крысить. Нет, не крыс. Вот он какой добрый. Молодец, да? Какой добрый. Да, ему можно топ-1 отдать. Как не попал? Ну, в принципе, он даже если бы мы... он как бы нас убьет, мне кажется, Эш. 14 баллов. Да. Эш, пожалуйста, давай помоги нам занять нам топ-2. Пожалуйста, я тебя умоляю. Давай, я, короче, набью на вас сейчас ульту. Я сейчас сам прыгну к ним. Прям я, в ноги. Где они, где они? Я не знаю. Я водила, снежня утагила. Ой-ой-ой, это было сейчас очень жестко. Все, найс. Спасибо за игру. Плюс 7 кубков на мой аккаунт на база. Остается мне 19 кубков, которые я сейчас добью прямо сейчас. И 100% я сегодня апну базу на 600. Да. А ты можешь на ТП-халку гаджет взять? Зачем? А зачем тебе гаджет на вот эту хилю, если ты его вообще не использовал за игру? Я ульту один раз использовал за игру. А зачем мне гаджет на этого? Так, чтобы ближе подходить и просто уничтожать всех. У тебя же там 3000 урона с одной точки. Да? Да. Давай. Так, подожди, тут читер. Что нам делать с читером? Читер хочет меня убивать, слушай. А читеру это нельзя позволять. Чипер. Чишкипер. Ты слышишь, давай тимиться, милый Динамайк. Динамайк, проси. Так, ну слушай, мне надо набить ульту, мне уже чуть-чуть осталось до ульты. В принципе. Да. Все, я набил ульту, убегай. Убегай в жопу их. У нас, в принципе, 3 банки, 3 на банке. Он не прыгнет, ну, для... я из-за гаджета, все, ему жопа. Для этого, как его? Для базы это мало. Не прыгнет, смотри. Надо убегать, кстати, они нас выгоняют. Убиваем негра. Да, надо убить негра. Ну подожди, негр хочет убежать. Все, погнали, можно наверх подсосать, если... Но они идут тоже подсасывать. Можно вот этого про 4 банки убить. Можно про убить. Пошли за ним. Все. У тебя там в нычке... Я еще... А вот если бы... Была бы ульта, ты бы сейчас улетел. Ой, то есть гаджет другой. Иди, беги. Убегай. Он тебя сейчас зажмет. 3, 2, 1. Блин, я хотел... Блин, четвертыми. Нет. Умерли, блин, -5. Минус зато 5. Мы 2 кубка ничего, в плюсе. Ничего. Давай я поменяю гаджет. Сейчас Зедгара легко играть, главное играть грамотно. Да, главное играть грамотно. Ну, в принципе, мы ближники, нас не должны, чтобы нас зажимали вообще. Надо с кем-то тимиться, понял? Сразу же. Давай тимиться. Грустные смайлики. Все понятно, петушара. А, нет. Подожди, он... Один петушара, другой не очень. Тогда пошли вон. Так, одного там убирают просто с зоны действия. Я заберу баночку. Тимимся, нихуя.
Чуть не хочет его убиваем. Кстати, можно. Плачу. Пошли. Ай, не надо. Главное мансить. Ну блин, но он может тебя убить, так что лучше не надо, не надо. Да, он утонет и все. Да, он респавнится. Ну я просто вот тут встанем. Мне кажется, не понятно. А вот тут в этих кустах кто-то есть. Я типа убегу, я убегу. Там не было никого. Куда ж ты полетел, дружок? Грамотно. Хотел попасть. Убил? Нет. Да нет, блин! Нет. Бега. Ну, тут же чел. Жадины, мы такие жадины. Какие мы жадины. Ладно, убежал. Я убежал, в принципе, потому что ты красавчик, надо убежать. А... Тань! Чего? Как-то повезло ему слишком. Ладно, ничего. Круто. Значит, надо... О, Коль что-то стал в АФК, но он не будет вставить в АФК. У них какой-то дебил. Хорошо. Куда я прыгнул, что дурачок? Так, смотри, остался Витя и твоя мама. Ну, не твоя, а, ну чел, ник такой, да. Мама. И получается, твоя мама умерла. Осуждаю. О, еще красивый кадр. Ну, блин, ну в игре ник такой. Блин, ну жестко, да, я тебя урыл, конечно. Да, осуждаю. Там все будут писать, осуждаю, я тебе говорю. Да не будет никто писать, ну я ж сказал по игровому процессу, ну а, вот. А, ну по игровому процессу, тогда ладно. Просто только по игровому... О! Давай. Он же знает, что мы его убьем. Хочу еще какие-нибудь офигенные ник. Камикадзе? Ну сразу ему жопа. Так, забираем, убегаем. Забираем. Не-не-не, они тимятся с нами. Почему? Давай лучше с ними... Хорош, это пожалуйста, убивай. Убьешь лучший, хорош. Ты лучший. Плачет, убиваем. Убиваем. Дайте набить ульту. Просто ульту набить. Они не хотят тебя добивать ульту, потому что мы понимаем, что его будет жопа. Так, убил, да? Молодец. Так. Остается у нас еще вот этот челик, да? Ну, как бы. Они пусть стреляют. Да, можно их. Ну, в принципе, можно одного. Не, двоих. Да, пусть они стреляются. Я хочу топ один. В принципе, надо, чтобы вот этого убили. Да, камикадзе убивай. Баночного. Да, и сразу крысим их. Ой, тихо. Крыс! Крысить? Да, быстрей. Ну, поздно. Иду. Да куда он, я его догоню сейчас. Все, хорошо. Так, аккуратно, там Артур Пирожков. Артур, да, не киберспортсмен. Все, ну мы выиграли тут. Без шансов отлетают, да? Да? Без шансов? Да. Все. Да. Все. Я, значит, фармлю. 100 000% чекай. Ну слушай, там какой-то этот ненавистный. Ну такой, знаешь, такой, ну такой. Недружелюбный. Скользкий чел. Скользкий тип. Все, забрали еще две баночки. У нас 5 баночек. Ой, можно. Можно, подойди ко мне. Вот тут, мне кажется, Леон мне ничего не сделает. На Леона прыгать... Нет, он вблизи очень жесткий. Ну, на него не прыгай. Это понятно. На него мне кажется, надо уходить вправо, пошли. Да. Наверное, у нас тут не место. Давай затянемся с ними. Давай. Они не хотят, видишь? Не-не-не, они нас убьют. Все, убегай. Ну, блин, да, Леон нас убьет, нужно больше банок. Он, видишь, набивает ульту, аккуратно, не давай ему набивать ульту. Давай затянемся с тобой, Фэн. Аккуратно, отойди от меня. Давай. Давай, Тим, подожди, я хочу, чтобы... Тихо. Все, не трогай, я набиваю ульту. Ульту набиваю. Окей. Мне кажется, он нас не убьет. Мне тоже так кажется. Даже если прыгнет, ты ультанешь, я ультану, все. Так, можно, в принципе, Леона? Ну, только чтобы ХП у нас было достаточно. А, все. Динамай, ты кто, осторожней? Я сейчас так... Да, я тоже обосрал. Тихо. А вот сейчас опасно, смотри, чтобы он не кинул. Да, смотри, 5 команд. Если он кидает, сразу прыгай, понял? Да, прыгай, да. На него. Ну блин, ну слушай, мы остаемся тут и еще тут люди. Смотрите, Леон вошел в инвиз, он может быть где-то тут. Леон вошел в инвиз. Да не будет он тут. Все, он убежал далеко. На тебя? Пытался кинуть в тебя? В тебя пытался кинуть? Все, убил? Он в тебя кидает. Бегай. Можно, давай, прыгай на него, прыгай. На Динамайка? Нет, ко мне, прыгай на него, на любого. На любого? Хорошо.
профессионально. Так, смотри, набиваем ульту. Стой, ворона. Я их забираю. Ворона убили. Все, топ-1. Топ-1, каточка. Это, боже, как же это легко было. Ну согласись, самая легкая. Самая легкая 600 кубков. Самая легкая 600 кубков. Самая легкая 600 кубков на базе. На базе, первом уровне. Все, спасибо. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник и Сосиска Ед. Всем удачи, всем пока! Стоп, шутка, быстрее. А, да, шутка. Вот. Кстати, можете посмотреть мои прошлые части, где я Apple база. Там было очень плотно, жестко, я бомбил. Как человек, который продал свою печень? Как? Обеспеченный. Всё, всем спасибо, всем пока!